Я видел сегодня седую старушку. В автобус войдя, она села со мной. Косынку заправив рукою за ушко, она телефон свой достала чудной. Обычный мобильный, серого цвета. И пара царапин мелких видна. Но необычное в нем было не это. Меня удивила надпись одна. На экране его загорелась «Любимый» и фото седого в очках старика. Она, подняв трубку, ответила: «Милый, доктор сказал, поживу я пока. Я села в автобус, уже близко к дому. Не нужно, не вздумай, обед не готовь. И пусть кто-то мыслит сейчас по-другому, но я был уверен, что видел любовь».